все стабильно. В облправительстве прокомментировали многочисленные нарушения в подготовке муниципалитетов к отопительному сезону. Проверку провел Ростехнадзор. Напомним, всего 13 населенных пунктов в 7 районах области оказались полностью готовы к зиме. Четверть от общего числа тех, что подлежат контролю. В остальных местные власти или не пополнили запасы топлива, или не ввели в эксплуатацию новые котельные. В некоторых районах теплоснабжающие и теплосетевые организации оказались и вовсе не готовыми к приходу холодов. Однако у муниципалитетов еще есть время. Устранить нарушения нужно до 15 ноября, сообщили в областном правительстве. В случае неустранения в указанный срок замечаний муниципальное образование обязано продолжить работу по устранению. После устранения обратиться с заявлением в Сибирское управление Ростехнадзора о повторной проверке. При положительном заключении комиссии оформляется акт о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.